период летней оздоровительной кампании текущего года отработана уже вся необходимая база для оздоровления детей. Планируется, что будет задействовано для выполнения плановых объемов порядка 5500 лагерей всех типов. Вот. Естественно, в первую очередь основной акцент делается на сохранении материально-технической базы стационарных лагерей. Количество стационарных лагерей с круглосуточным пребыванием детей останется на прежнем уровне, 147 таких лагерей примут детей на оздоровление. В текущем году средняя стоимость путевки прогнозируется, что в лагерь с круглосуточным пребыванием детей на 18 более дней составит порядка 520 рублей, в лагерь с дневным пребыванием на 18 более дней порядка 127 рублей. Естественно, государством уделяется особое внимание для повышения доступности летнего оздоровления для детей. И в текущем году в установленном порядке уже были установлены размеры удешевления на путевке в лагеря для всех категорий детей. То есть в лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 более дней размер удешевления стоимости путевки составит 215 рублей за счет средств республиканского бюджета. В лагерь с дневным пребыванием 89 рублей удешевления. Вот. Для социально уязвимых категорий детей, естественно, будет обеспечиваться, как и в предыдущие годы, доплата до полной стоимости путевки местными исполнительными распорядительными органами. Также доплата до полной стоимости путевки осуществляется для работников бюджетной организации, ряда нанимателей, в том числе нанимателями колл-договорами предусмотрены тоже доплаты, поэтому в этом году, как и в предыдущие годы, акцент на доступности он остается для того, чтобы минимизировать затраты родителей и обеспечить всех нуждающих, желающих отдохнуть детей качественным и недорогим отдыхом и оздоровлением в период детско-летней оздоровительной кампании.